Втыкаем процессор. Мажем термопасту. Ставим кулер. Боже, как я обожаю всякого рода барахолки. Сегодня, прогуливаясь по страницам Авито, наткнулся вот на этого зверя. Просили за него 500 рублей. Хозяин совсем неадекватный. Но когда он не включился, цена у нас снизилась до 200 рублей. И тут мне уже стало интересно. Такого зверя я приобрел на Авито за 200 рублей. Давайте посмотрим, что у него внутри. Выкинем все нахрен оттуда и поменяем все внутренности на более-менее живое железо. Внутри нас встречает материнская плата EP8NPJ. Вон там написано. Я не знаю, что это за сокет. Точнее, я еще не смотрел, что это за сокет. И никаких маркировок больше у нас нету. Я отсюда маленько уже повытаскивал. Вытащил жесткий диск, вытащил блок питания. Я проверял работоспособности. Оперативная память типа DDR1 на целых 256 мегабайт. Раз планка и вторая планка у нас... Ого, такая же. Правда, фирмы разные. Но это мусор. Как я уже сказал, материнская плата у нас не работает, не запускается. И разбираться с ней я не хочу. Снимаем кулер охлаждения. Вот такая вот болванка того времени. Слышите, да? Это старость. Выкидываем ее нахрен. И смотрим, что это за сокет. Это сокет у нас. Поближе покажу. Не видно. А вот так. 754 AMD, по-моему, если я не ошибаюсь. Это было давно и неправда. Давайте оттерем процессор. Что у нас за проц? Оттирайся, собака. А-а-а. Точно. AMD Athlon 64. Давайте достанем. Вот такой камень. От старости на него даже камера не фокусируется. Это что такое? Вот он. AMD Athlon. Неужели фокус заработал? Athlon 64. И никакой информации по нему здесь не написано. Помимо того, что это 2001 год. Процессору, на секундочку, 20 лет. Пойдет на брелок. Отпаяем ему ноги и просверлим в нем дырку. Как я уже сказал, жесткий диск я отсюда извлек. А стоял он вот такой. ВД на 250 гигов. И интерфейс у нас IDE. Ну, он и будет стоять. Другого здесь ставить смысла нету. Да, у меня другого и нету, в принципе. Также стоял блок питания. Вот такой. На сколько? Где написано? Не вижу, не вижу, кто видит. 400 ватт, 450 даже. И блок питания действительно тяжелый, старый, куча проводов. Даже есть у нас на видеокарту. Сейчас, если влезу в объектив, покажу. Где ты, собака? Вот он как раз таки на видеокарту. Ух, видали? Аж пол потрусся. Также имеем какой-то дисковод стандарта IDE, имеем шлейфик IDE-шный и кулерок на задней панели, который вроде как еще крутится. Спереди мы имеем кнопку включения и вот такую вот дырень вместо панелек. Также интерфейсное подключение USB и еще какая-то шняга древняя, я даже не помню, как она называется. Давайте выкинем это недоразумение из корпуса. Отключаем IDE-шный шлейфик. Далее фронтальную панель. А тут мы включили. На фронтальной панели у вас также имеется еще один кулер. Вот его подключение. Сейчас только увидим. Кулер на чипсете, который подклинивает, и даже есть посткарта. Отключаем задние панели и выкручиваем вот эти вот винты. Так, кстати, я еще ничего не откручивал.
Дисковод мы откручивать не будем, пускай стоит. Еще одна дырка в корпусе нам не нужна. К слову, болтов тут всего я вижу 3 штуки. Больше я просто не вижу. Из которых только 2 по ходу дела закручены. Вот такой кейс остался. И вот такая материнка, которая пойдет в помойку. Упала. Для этого корпуса была куплена материнская плата фирмы Asus. Моделька у нас вот такая. На вечно живом сокете LG775, который, наверное, никогда уже у нас не умрет. Уже 2021 год, но все равно вот эти материнские платы, они есть и на Авито, и ходят они в ремонты, и стоят они достаточно дорого для вот такого железа, которому уже 20 лет, на секундочку, даже некоторым больше. Видим, маленько у нас подогнут ноги сокети, но они работают, это ничего страшного. И вот такая материнка. К слову сказать, купил я ее за 300 рублей. Хозяин просил за нее 500, но я сказал, что процессор мне не нужен. Он с процом продавал каким-то, я даже не вникал, какой проц. И он мне скинул за нее, за него 200 рублей. За этот проц. Так что будет вот такая мать. Также у меня нашлись 2 планки оперативы. Одна на 2 гига, другая на гиг. Почему так? Потому что второй на 2 гига просто не нашлось. Всем пораздавал, а сам остался без планок старых. Само собой, нам нужен проц. А где процы? Ты что, собака? Так. Это от ноутбука. Не то. Это у нас Celeron D. Что это такое? Celeron. Не то. Это у нас опять Celeron. Что за херня? Дай проц, блядь. Это сокет другой. О, Pentium 4, то что надо. Топчик. Втыкаем процессор. Мажем термопасту, ставим кулер. То мне все положило, не та материнская плата. Вот наша материнская плата. Итак, процессор у нас будет стоять Intel Celeron E3400. Это 2 ядра, 2 потока. И теплоотделение у него 65 ватт. Видеокарта. Вот такая. Это у нас. Что это у нас? Я даже не знаю, что это у нас. Это. Господи, вы такую плату знаете? Я нет. Хрен его знает, что за мать. Что за видяха. Вот такая вот подгнившая. И на 206 мегабайт. Втыкаем это чудо в кейс и закручиваем винты. Естественно, не все, потому что сильно жирно будет все винты сюда крутить. Их тут на секундочку целых 9 штук. Прикрутим на 6, хватит вполне. Мазюкаем термопасту. Обязательно пальцами. Есть. Берем кулер. Но он у нас без ножек. Что делать? Идем в описание и покупаем ножки. Нам понадобится
Вот такие 4 пластиковые ножки. Втыкаем эти ножки. И фиксируем их с другой стороны. Есть. И ставим кулер на место. Подключили все видимые и невидимые провода, подключили фронт-пенал, подключили звук, подключили фронтальные USB-шники. Берем нашу мощную видеокарту на 256 мегабайт. Я, кстати, нашел, что это за видяха. Это WinFast какой-то. Первый раз слышу по их 7620. Первый раз слышу такую фирму. Если вы что-то об этом знаете, пишите в комментарии. Почитаю, будет интересно. И ставить некуда. У нас тут заглушка стоит, потому что та материнка была маленько подлиннее. Выкручиваем заглушку, делаем еще одну дырку. Закрывать мы, естественно, ничего не будем. Нахрен надо. Втыкаем нашу мощь. Вот такая у нее термотрубка. На какой-то хрен, интересно, вообще там термотрубка. Вкручиваем. Крутись, 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 крутись. Есть, зафиксировали. Добавим маленько светодиодов в подсветку. Давайте поиграем GTA 3 ток того времени. Да, это запись с монитора. Ставлю сюда захват экрана, и ужасно зависает система. Видеокарта просто не вывозит. Без записи экрана вполне играбельно. Как вы заметили, у нас нет FPS монитора, потому что в то время, когда эта игра была актуальна, мы просто тупо не знали, что такое FPS. У нас игра либо шла, либо не шла. В данном случае игра идет. Ужасное управление. Как в это люди играли, я не представляю. Но тем не менее игра работает. Я даже думаю, можно будет в нее поиграть. Я оставлю ее здесь новому хозяину. И еще один топ того времени. NFS Most Wanted, или Most Wounded, как назвала ее девка в начале игры. Честно говоря, не помню, как давно это было. Вообще Most Wanted называли. Давайте прям сразу начнем карьеру. Пока все идет хорошо. Опять же запись с экрана, с монитора. Потому что захват экрана очень тормозит игру. И вот наконец нам доверили управление. Сейчас поедем мы. Я даже помню, где есть закис азота. Я ручник тоже помню. Опять у нас нет FPS монитора. Потому что такое FPS, мы не знали. А компьютер с того периода, когда мы не знали, что такое FPS,
Я думаю, он здесь будет лишним. Опять же, игра вполне нормально идет. Пришла нам смс-ка. Масло потекло. Блин, я уже не помню эту игру. И давайте еще одну игру для проверки. И на это подведем итоги. И последняя игра на сегодня. Это у нас Сталкер, Тень Чернобыля. Пока мы в подземелье. Все хорошо идет. Давайте я с новичком. Так, пошли в локацию. Я бы даже сказал, очень хорошо идет. Пока не вышли на улицу. На улице тоже более-менее. Сейчас зайдем к нашим кентам и глянем, что у них там. Зарубы, конечно, я сейчас не буду впрягаться, но проверить вообще игру возможно. Я думаю, здесь около 25 FPS, не больше. Но играть вполне возможно. Старые игры на данной сборке вполне возможно поиграть. Напоминаю, купил компьютер я за 200 рублей, плюс материнка за 300 рублей. Сталкер вполне играбельно. Как бежать, я уже не помню. А, вот, вспомнил. Сейчас добежим до псов. По-моему, здесь псы были. Где-то. Да, вон они. И посмотрим. Будет ли у нас подтормаживать. Вполне играбельно, даже не тормозит. Так как данная сборка пойдет на продажу, естественно, пойдет на продажу, ее нужно будет закомплектовать. Комплектация у нас будет вполне обычная. Это мышка Acura фирмы Defender. Моделька у нас MM935 беспроводная. И проводная клавиатура фирмы SmartBuy. Это у нас линейка One. Самая простая. SBK 115K. Ничего особенного. Ну, как комплектация для данного компьютера вполне пойдет. Клавиатура обычная, мембранная и имеет вот такое перфорирование под карбон. Клавиши вполне приятно нажимаются. И имеется у нас USB подключение. Длина кабеля 1.5 метра. Ну что ж, ребятки, вот такой комплект у вас получился. Монитор LG, сборка ПК, корпус Asus, материнка Asus, клавиатура и мышка. Вам остается только угадать стоимость, за сколько я выставлю это на Авито обратно, поставить лайк этому видео и подписаться на канал. С вами был Руслан. До новых встреч. Пока-пока.